Всем привет, с вами Прием. Сегодня среда, значит пришло время вскрывать сундучки. Начнем же. Посмотрим, что принесет нам PvP-сундук, быть может что-то полезное кроме азерита, ну и различные PvE-сундучки. Так, азеритовый нагрудник, особо бесполезный, ну и нек, конечно, вырос до 34-го. Абсолютно все улучшения выше 33-го уровня в текущий момент идут только ради итем-левела, ради повышения вторичных стат, ну и с целью прокачки дальнейших азеритовых талантов в будущем рейде только. В текущий момент 33-й максимальный для открытия абсолютно всех азеритовых. Что там за нагрудник-то вообще? Думаю даже, что есть смысл его смотреть, просто отправиться в утилизатор. И то неплохо, плюс реагенты, плюс голда. А ПВЕшный сундучок принесет что-нибудь интересного, прокнутое. То есть как бы, да. Принес, неплохо. На самом деле, я думал, что рейдовая пушка у меня хотя бы, ну, на относительно долгое время затянется в персонаже. Оказывается, нет. То есть система этой игры решила меня еще вознаградить пушечкой. Спасибо. Я доволен на самом деле. Идем дальше. Дальше рыцарь смерти. То есть, получается так, что 380-я пушка мне дропнула 3-4 недели назад с недельного сундука. Я этому был очень рад. 2 дня назад мне упала 385-я с рейда. И сейчас с сундука мне падает 390-я. То есть, получается, сегодня, пойдя в рейд вечером, я лутану 395-ю. Ну, это весьма неплохо будет на самом деле. Я буду только рад. Лут на кровь стоит, верно? Отлично. Что же тут будет интересно? Тринкет какой-нибудь? Да, тринкет. Ничего себе, как я угадываю сегодня хорошо. Сад Бараусы. Данж хороший, легкий, весьма упал. Тринкет на крит. Не знаю, насколько сейчас полезен крит для Blood DK, но пускай эта триня лежит и ждет своего звездного часа. Модификаторы текущей недели. Что у нас там получается? Усиливающий, мучительный и тиранический. То есть получается, просто-напросто нужно пулить небольшие пачки, хил удержать ХП на максимум выше 90% у всех абсолютно игроков. Ну и босс усиленно по ХП-атаке. Относительно несложная неделя, но хилу придется попотеть. Ну и дамагерам глазки пооткрывать с целью просмотра убийства нужных и правильных мобов. Также равномерно их нужно убивать. Ну и пулы, конечно, правильные. На воина, конечно, любая вещица меня апнет. Но посмотрим. Рукавицы. Ну да, рукавицы это плюс 10 итем левелов. Почему бы и нет, вполне неплохо. Очень хорошая неделя касательно лута. На монаха небольшое улучшение, на воина небольшое улучшение. Ну, на ДК сомнительно, но ДК в принципе и так одет. Ему не особо шмот нужен, я считаю, в текущий момент. Желаю вам удачи при вскрытии сундуков, чтобы вам тоже упало все прокнутое, все овербафнутое и, самое главное, с нужными статами. Ну а в текущий момент можете ознакомиться с другими различными видосиками и, как вариант, перейти на стрим. В ближайшее время пофармим маунтов, ну и, конечно же, рейдик. Вечером в 21 по Москве. До скорого, берегите ноги.